Это видео, Людмила, но потом будет фильм. Фильм? А когда будет фильм? Уже очень скоро. Антон, мама Люда на проводе. Пожалуйста, давайте начинаем, потому что уже смотри, сколько времени. За кого задержка? Мы готовы. Да, мы сейчас начинаем. Давайте. Здравствуйте! В эфире «Время обедать» на Первом. Это программа о вкусной и очень вкусной еде. И ведем ее мы. Я мама Люда и моя дочь Наташа Королева. Леди будет все-таки сопровождать. Мама, говори лебеди, потому что ты скажешь леди в кадре. Боже, нет. Ты белый коня, ты белый коня, никого никогда не украдешь. Вот. Вы забыли самое главное. Я и мухточка, мухточка. Ку-ку, ку-ку. Это сильно, это круто. Мы готовы, по-моему, открывать Сочинскую Олимпиаду. Представляешь? О, кстати, о птичках. Реет в вышине и зовет олимпийский огонь золотой. Будет земля счастливой и молодой. Вот и у звезды своя собственная гримерка. И хухры-мухры. А какой ассортимент нарядов. Боже, бриллианты, я не понимаю. Ты говорила, что нет у тебя люкса. Вот тебе люкс. Всегда все люксовая женщина. Ой, люксовая. Так. Это что, тренировка? Да, мама. Боже, Саша, куда ты лезешь? Это для блеска в глазах перед эфиром. Что-то такое одно. Все не надо. Одно я подманула. Подманула. Ты ж мене підвела. Ты ж мене молодого. Взрослого сдала. Шикарно. А хотите вот такой цвет? Нет, у нас новогодняя. Мама. Да, иду. Кулинарная песня у нас. Легкий сад. Ты как тень. Накинь потемнее накидку кружева на головку надень. Причем, заметьте, это была фонограмма, живьем они лучше придумали. Я пожалею, не знаю почему. Джимми, а-ча-ча! Джимми, а-ча-ча! О, мама, у тебя так хорошо получается! Ты просто жизни была индианкой! Очень старалась!
под нашей главной. Вот она, вот она. Сбылась. Любимый, мой Люда, единственный. И да, все должны знать. Да, это все должны знать, да, да, да. Так, Светаныча. Что вы сделали? Что вы сделали? На красную. Что на? Куда на? 11 утра, мама. Сейчас как 11, да. Гуляешь уже свой день рождения, какой день подряд? Какой день подряд? Ничего. Неделя уже. Нет, а все говорили, что 60. Люда, тебе 60, что ты такой банкет запиздячила? Чтоб всем было на 15 меньше. Ура! Ура!